Сегодня мы выполняли комплекс упражнений. То есть это гребля, минуту, 30 секунд отдыхаем, на перекладине подтягивали. Это впервые здесь. Очень тяжело, если честно. Чтобы не сломать, да. Вот как-то так. Я узнала, оказывается, что я неправильно дышу. На прошлом занятии мне стало плохо, потому что я зачем-то задерживала дыхание и этим самым не давала кислорода поступать в мою голову. Мне стало плохо. Вот. Я научилась правильно дышать. Мне кажется, это все намного проще, а на самом деле, когда ты это делаешь, все совсем по-другому, все вообще не так, как это смотрится, все намного тяжелее.